Yamaha FZ8 стартует. FZ8, несмотря на другие цифры, не сможет замаскироваться. Это все равно Fazer. Даже несмотря на то, что Игорь снял с него переднюю часть. Вот этот вот тяжелый плафон, обтекатель. И, кстати, когда он его снял, он получил прям другой мотоцикл, как он говорит. Мотоцикл, который быстрый, отлично рулится, хорошо разгоняется. Но все равно Fazer, конечно. Игорь неплохо вращается. Заходит в вращение с упором руля. Видите, даже музыка остановилась, чтобы вы смогли сконцентрироваться на Игоре. Представьте себе, как чувствует себя райдер, который после вот этой быстрой затяжной дуги, где он разгоняется до 40, до 60 км в час на неизвестном асфальте, по которому у него не было шансов проехать, тормозит буквально со сносом переднего колеса. Он чувствует то, как переднее колесико немножко соскальзывает, как заднее колесо соскальзывает постоянно на открытии. Игорь подъезжает к финишу, 1:20.